Меня зовут Макарчук Лена. Я передвигаюсь на инвалидной коляске. В октябре-ноябре 2012 года мне пришлось воспользоваться услугами национального аэропорта Минск для вылета за границу. При посадке в самолет мне был предоставлен стульчик, который не приспособлен для этой цели. Там отсутствовали ремни, которые должны были зафиксировать мое туловище и ноги. Персонал аэропорта, который мне помогал, не был обучен обращению с инвалидами. Люди не знают особенностей посадки и высадки инвалидов в самолет и самолет. Поэтому я испытала моральный стресс и вообще неудобство. Мне было очень страшно, когда меня стали поднимать необученные люди. Будучи за границей, я смогла сравнить уровень обслуживания инвалидов у нас в стране и за рубежом. Там сотрудники аэропорта делали все качественно и профессионально. Мне не пришлось даже давать им инструкции. Я знакома с инвалидом-колясочником, который 20 лет назад летал в Германию. Он говорил, что тогда не было ничего приспособлено к его носили на руках. И сейчас остались те же проблемы. Я считаю, что необходимо наладить обучение персонала аэропорта и приобрести необходимое оборудование для качественного и достойного обслуживания инвалидов.